Если честно, мне самому очень интересно, упадет твой брат, само собой. Микрофон включен, материться нельзя. Раз или не пройду. А? Тихо. Так, подождите, я сам не вижу. Давайте чуть-чуть натяжку больше дадим на канат. Можем? Можем. Хорошо. Когда мы с братом работали жанр канатоходцев, мы работали всегда со страховкой, так что я вам сейчас объективно говорю, что Эдгар Вальдович фактически впервые будет без страховки идти. Я даже знаю, зачем ты это сделал. Давай. У тебя, если что, зарплата в два раза увеличится. Нет, если что, я буду директором цирка. Ну, поехали, Александр. Я вот несколько лет не ходил, я тебя очень уверен, что чувствую. Ну что, друзья, давайте поаплодируем наших канатоходцев.